ДМИС думает о том, как провести День молодежи в Сарове. Они запустили голосование в группе ВКонтакте и предложили три варианта. Первое – привести диджея. Второе – привести звезду российской эстрады. И третье – провести праздник в стиле рок-н-ролл. А мы узнаем у саровчан, как они хотят отмечать День молодежи. Пойдемте. Естественно, фейерверки хотели бы видеть, салюты яркие ночью, да. Куча всяких нарядных людей там, ну, в костюмах таких ростовых, знаете. Вот, там, зверюшки, там, клоуны. Ну, чтобы детишкам было весело, самое главное, молодежи все-таки. Вот. Еще самое главное, ну, вот такие стенды поставить для молодежи. Сахарный ват, там, шашлычок, вот, бесплатный желательно. Концерт какой-нибудь известной личности. Ну, не какого-нибудь там, это... Это Потап и Настя, какой-нибудь, чтоб крутой челик приехал. Ну, например. Не знаю. Ну, вообще, Филипп Киркоров. Вот Филипп Киркоров, если приедет, то это хорошо будет. Или там Артур Пирожков какой-нибудь. Но они должны приезжать. Все-таки город у нас большой. Надо. Вот. Я хочу, чтобы меня снова наградили, как и в прошлом году. А за что? Меня награждали за большой вклад в молодежную политику. Я тоже хочу, чтобы меня наградили. Пошли быстрей. Я хотел бы увидеть много счастливых лиц и побольше хорошего настроения. Еда бесплатная. Полностью согласен. А что-то, может, еще? Салют, например. Или это уже заезжено? Ну, вот недавно был, поэтому не знаю даже. Ну, может быть, какие-нибудь квизы, что-нибудь такое прикольное? Пар бы не было, хорошо было бы. Детские какие-то развлечения? Для молодежи тоже что-то активненькое. Может, конкурсы какие-то? Все. Что именно? Именно все. Ну, например, там, может быть, какие-то квизы, там, квесты, я не знаю, да, салюты. Именно это. И все? Да. Какой-то скучный. Я знаю. Ну, какую-нибудь дискотеку. Например, пьяную вечеринку? Ну, можно просто концерт. С хорошей музыкой. А как насчет относиться к тому, что там, например, диджея привезут или звезду какую-нибудь классную? Положительно. Вы придете? Скорее всего, да. Я тоже. Можно я с вами пойду? Пойдемте. Ну почему? Куда пойдем? На День молодежи. Прямо сейчас? Да, будем с вами идти до 24 числа. Пойдете со мной? Боюсь, что нет. Эх, и этот не идет. Может, какой-нибудь парад для молодежи, какое-нибудь мероприятие, связанное с какими-то современными темами? Например? Ну, например, какие-нибудь веселые старты, может, будет интересно, по крайней мере, людям лет 12-14 точно будет интересно веселые старты. А я вообще хочу, чтобы в этом году День молодежи прошел в стиле опен-эйра или фестиваля на берегу озера, чтобы солнце светило, все улыбались. Эх, мечты.